Доброе утро, дорогие мои. Сижу, а ваши добрые дела булькают у меня в телефоне. Приходят ваши взносы на канал, и я рад этим взносам. И очень прошу тех, кто делает небольшой взнос, не извиняться, дорогие. Для меня абсолютно равное значение имеет ваш вклад, что он маленький, 100 рублей, что он большой, там, в несколько тысяч рублей. Потому что я знаю, что когда вы даете от сердца, то вы даете добро, а не деньги на канал. И сколько можете, вот как посчитали, что столько добра вы хотите передать мне, а через меня всем остальным нашим слушателям, столько вы и передали. И слава Богу. Для меня важно, что вы все-таки решили это добро сделать. Что вы доверили мне. Что вы приняли то, что я предлагаю, как добро. И считаете, что оно действительно вам помогает. Поэтому я вот сейчас хоть маленечко поблагодарю вот Надежду Владимировну, Галину Николаевну, Екатерину Сергеевну, Надежду Валентиновну, Виту Витальевну, Надежду Игоревну, Ларису Дмитриевну, Ирину Анатольевну, Екатерину Сергеевну, Альбину Евгеньевну, Марину Борисовну, Ирину Александровну, Максима Вячеславовича, Наталью Александровну, Наталью Евгеньевну, Аллу Викторовну, Галину Ивановну, Светлану Александровну, Любовь Петровну, Галину Михайловну, Галину Шаймухаметовну. Замечательно. Наталью Алексеевну, Ольгу Вадимовну, ну и всех остальных, уж извините, не буду перечислять, это я даже за февраль еще не перечислил. Есть маленькие, есть побольше сумочки, еще раз повторяю, они для меня важны все, потому что они укрепляют меня, они говорят, что я не один тут добрый, вон сколько добрых людей. Но, смотрите, есть такое движение «Лидеры России». У меня сын участвовал в них и, больше того, дошел до самого финала. И там в одной из, в десятке или в пятерке оказался лучше. Это движение «Лидеры России» прислало мне приглашение участвовать в новом, как бы, конкурсе «Лидеры интернет». И я согласился. Я не считаю, что мне нужна от них какая-то премия или еще что-то. Я хочу, чтобы вот наш канал, наш с вами канал, ну, немножечко больше народа узнал. Я этот канал всегда представлял и в этом движении тоже представляю как антисуицидный, антидепрессант, образовательно мотивирующий ресурс. И, конечно, там требуется мнение ваше об этом канале. Поэтому я сейчас вас попрошу следующее. Напишите здесь в комментариях, что вы получили от этого канала, что вы получаете. Несколько человек у меня было, которые написали, что батюшка, меня действительно спас канал, один писал. Я уже приготовил петлю, я все приготовил, решил последний раз сходить в YouTube. И мне почему-то открылся ваш канал. И я с тех пор смотрю и живой. Несколько таких случаев было. Пожалуйста, если было что-то с вами такое, напишите. Напишите. Или ситуация была такая, что вот никак нельзя было из нее выбраться, не понимали, как выбраться. И вдруг выбрались. И это будет ваш вклад в
продвижение нашего добра, нашего приюта. Я надеюсь, что, ну, пусть не все узнают, да и не сможем мы всех, как говорится, спасти. Нам хотя бы одного кого-то уцепить за руку и из этой бездны, этих грехов и этой беды спасти. Поучаствуйте. То есть давайте мы вместе поучаствуем в этом движении лидера интернет и посмотрим, к чему оно приведет. Я, правда, не верю ни во что. То есть на меня там столько всего вылито в интернете, таких всего этого написано, что любой, по-моему, куратор этого движения, взглянув, скажет: ай-яй-яй-яй, только не он. Ну, посмотрим, пригласили, давайте попробуем поучаствовать. Как Христос говорил: не лезь сам вперед, пришел куда-то, сядь на последнем месте и жди, когда пригласят. Ну вот, пригласили. Давайте попробуем. Здоровья вам всем, радости. Аминь.